Привет. А что? Так просто встанешь и пойдешь? Черт, я сегодня никак не могу опаздывать на работу. Ненавижу такие моменты свой бизнес. Я тоже. У меня там один поставщик с ума сошел. У меня с ним видеоконференция. То есть между мной и поставщиком ты выбираешь? Так, а вот это удар ниже пояса. А я туда и целюсь. Ты, конечно, намного симпатичнее моего поставщика. Но сегодняшний день я проведу с ним. А ты ничего не забыл? Доброе утро, семейство. Так, а это что за пантомима? Пап, ничего не понял, он китаец. А как по мне, так выглядит, как обыкновенная Антошка. Они в школе изучали, как здороваются в разных странах мира. Ой, как. Па, а так в Тибете здороваются. Что у нас тут? Смотреть телефон во время еды неприлично. Верно, извини. Вот у меня мечта. Сидел на пляже, чтобы надо мной была такая большая труба, и оттуда мне в рот скатывались тортильи. Она к тебе в рот целиком не поместится. Кто сказал? А? Может, сходим куда-нибудь вечером? Дорогая, извини, цит, но до вечера нужно быть на работе. Вечером, надеюсь, на вкусный ужин. Все, побежал. Тортильи потрясающе. Стой. Это Арсений. Я тебе говорил, что ты идеальная. Идеальная жена. Это ужасно. Почему? Потому что идеальная жена – это скучно. Она еще юная. Вот свезло, так свезло. Ладно, я побежал. Ты опоздал на 10 минут, Мелехов уже 3 раза звонил. 3 раза за 10 минут? Он с ума сошел? Добрый день, Петр Васильевич. Какой к черту добрая погода, он мерзкая. Хотя вы-то с лимузина сразу в теплый офис. Откуда он? Как улов? Я говорю, погода мерзкая. Улова нет почти. Объясните мне, дорогой, зачем нам с вами прекращать сотрудничество? М? Иностранцы бегают за мной по пятам, товар клянчит, а у меня уже мощности на пределе. За тобой иностранцы, а за мной рестораторы ходят. Им тоже ряпушка нужна. А чего я им продам-то, если ты у меня все забрал почти за копейки? За копейки? Год назад вы об этих копейках даже мечтать не могли. Рестораторы мне больше дадут. Они только пока обещают. Мне деньги нужны. Ладно, хорошо, договоримся о цене. Давайте, приезжайте. Будем договариваться. Хорошо, только я сам не смогу приехать. У меня дело не в проворот. Я вот Арсения Викторовича попрошу приехать. Пусть твой Арсений Викторович с моим внуком школьные задачки обсуждает. Я буду разговаривать только с хозяином бизнеса. Ладно, хорошо, на днях приеду. И не тяните, а то меня ресторатора обложили со всех сторон. Хорошо, завтра буду. Ай, ну как тебе это? Рестораторы его обложили. С ним-то ты справишься, но у нас более серьезная проблема назревает. Роспотребнадзор заинтересовался нашими контактами с крупными торговыми сетями. Забегали хищники. Скорее шакалы. Нет, конечно, это показатель нашего роста, но нужно быть готовым к приходу голодных чиновников. Ладно, надо будет как-то продумать тактику, как их накормить. Это тебе Алина передала. Спасибо. Повезло тебе с ней. Таких больше нет. Она идеальная, я знаю.
да, только доставка не нужна. Я сама заберу. Адрес мне смс-чкой скиньте, а то я сейчас не у компьютера. Чего к телефону не подходишь? Так нечем. Молодец. Голодный? Да, много ли пенсионеру надо? Сварил себе китайской лапши. Я сам. Вот. Вот и хорошо. Вот. Ладно, не дай, пожалуйста, пенсионер. Сейчас буду кормить. Гендиректор мебельной компании выпал из окна своей квартиры. Самоубийство? Да нет, тут друзья и близкие говорят, человек позитивный, куча планов на будущее. Может, партнеры бизнес хотят попилить? А сейчас гляну годовой отчет. Нет, это не бизнес, там сплошные убытки. А вот это интересно. Компания застрахована на 20 миллионов. Ого! И кто у нас собирается стать миллионером? Вот сейчас глянем, есть ли у него страница в соцсети. О, это, похоже, жена. А вот это он уже с другой женщиной. И кто ж она такая? О, как! А, они были подругами? Похоже на то. Он был женат на одной, а потом ушел вот к ее подруге. Выходит, убийца жена. Подожди, дай-ка. Так. А-а, не выходит. Почему? Она в это время отдыхала. Вот же фотки в хронике. Видишь? О, так, стоп. Ты видишь то же, что и я? А вот смотри, то же место и... Да-да, точно та же дата. Интересно. Бывшая жена и нынешняя жена убитого в одно и то же время отдыхали в одном и том же месте? Чтобы обеспечить себе алиби. Настоящие подруги, осталось найти исполнителя. Ну что, может, коньячку? Бокалы не забыла где ставить? Помню. Пап. С днем рождения. Это тебе. Да. Вот вчера экземпляр привезли. Спасибо. А твой-то тебе чего подарил? Что? Что, забыл про твой день рождения? Говорила тебе, не иди ты в домохозяйки. Пап, не начинай. С твоим опытом уже опера, с твоими мозгами следователя, это же... Мозги следователя? Ты уверен, что это комплимент? Я серьезно, ну как можно было отказаться от мечты? Если б не вот это, хрен бы мне кто на пенсию спровадил. Работал бы в полиции до последнего дня. Только эта работа позволяет по-настоящему ощутить полноту жизни. Невозможно быть и следователем, и матерью, и женой одновременно. Одновременно? Одновременно. Марк был занят своим делом. Меня тоже не было дома. Ты просто забыл. Это ты, наверное, забыла, что твой Марк после пропажи жены огреб огромную кучу денег. А с такими бабками, знаешь, любой дурак компанию откроет. Да отстань ты уже от Марка, а? Не получилось бы из меня следователя. Из чего ты взяла? Да потому что первое свое самостоятельное дело я провалила. Забыл? Ну, знаешь, пропажа людей редко раскрывается. Какой бы умный следователь ни был, это, знаешь, специфика такая. И... Ну, ладно, чего я лезу, действительно. Все настроение тебе испортил на день рождения. Спасибо тебе. Да не за что, обращайся. Хорошо. Ну что, донесешь сама? Да, конечно. Пока. Давай, пока.
Привет. Кто это? Это Оксана. Коллега с моей работы. Заходила за презентацией. И засосала она тебя в благодарность за презентацию, да? Ян, никто никого не засасывал. Это был просто дружеский поцелуй. После дружеского секса. Ян, какого секса? Ну ты с ума уже сошла от своей ревности. Ну сколько можно? А сколько можно шариться с бабами за моей спиной? Все, хватит! Я ни с кем не шарюсь. Ты достала меня, понятно? Достала? Достала! Пока! Куда пошла? Стой, я сказал! Да и черт с тобой. Привет! Привет! Здрасте. О, у вас сегодня праздник? Да, день рождения, Алина. Ого, я вас поздравляю. А вот и мы. Спасибо, передам. Ну что, видела бы ты свое лицо сегодня. День рождения, а муж идиот, забыл про него. Я еле выдержал. Давайте выпивать. Да. За самую лучшую жену. За самую красивую женщину. Да за удачу всей моей жизни. За тебя. Я люблю тебя. Я тебя. Милые такие, да? Угу. Ура! 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 С днем рождения! Днем рождения. Мне кажется, его надо было студить побольше. Слушай, а мне нормально, я люблю, когда такое. Может, даже день рождения жены не дадут хотим. Спокойно отметить. Я на минутку. Ой. Да как же так, ну как же? Слушай. Что за... Что за ерунда, зачем столько денег? Я же даю вам деньги, оплачиваю счета. Откуда долги? $500 000. И больше никогда мне не звоните. Я сам наберу. Ой, спасибо за вечер. Все было катастрофически вкусно. Ой, да, я еле иду. А тебе просто повезло. Ясно? В следующий раз будет матч-реванш. Если не струсишь. Слушай, я ребят провожу и погуляю заодно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Привет. Привет. Что стряслось? Нормально все. Чай сделай черный, пожалуйста. Плакала, что ли? Может, что покрепче? Я в порядке, чай. Забудь вообще, что я существую. Ты меня понял? Все, нет меня. Умерла я. До свидания. Мартини сделай. Виски. Помоги мне снять кроссовки. Зачем так упиваться?
Разве сама не можешь снять обувь, что ли? Я могу, но я хотела, чтобы это сделал ты. Для чего? Ты совсем дурак. Кто звонил? По работе. 12 часов ночи, но ничего не ответил. Ну что, я выпил, все равно выйти не смогу. Завтра скажу, спал. А что такое? Где у нас? У тебя кто-то есть? Настя, если у меня кто-то появится, я не стану тебя обманывать. Тогда что не так? Что? Я забочусь о тебе. Дома всегда убрано, еда готова. Я слежу за собой, я хорошо выгляжу. Я тебя не пилю, я тебя поддерживаю, доверяю тебе. Я никогда не спрашиваю, куда ты таскаешься после работы, что не так? В общем, Настя, прости. Нет, ну, ты говоришь вот иногда, это тебя не касается, вот это тебя не касается. И нет у меня никого. Я не знаю, сам не знаю, что происходит. Ты будто сломалась во мне что-то. Котик, ты нагулялся? А как там твоя коллега? Когда у нас следующее свидание? Ты знаешь, я решила сама с ней поговорить. Пусть теперь чаще оглядывается. Ты меня понял? Чё пялишься? Нравлюсь? 3000 в час. Девушка, можно? Только вода? Да, без заправки. Кофе, выпечка по акции. Карта бонуса имеется?
Тогда 50 рублей. Спасибо. Погоди! Ну вот, я ему и говорю. А слабо всем классом физру задвинуть? А он что? Так он сразу затух. Только понтоваться и может. Да, конечно. Понторез гребаный. Ты сам какой? А вы что думаете? Закурили, крутыми себя почувствовали, а? Да. Егор, ты чего? Ну, смотри. Слушайте, может, это пьяно? Да не, ее снегом уже занесло. Петр Васильевич. Так, Володя, давайте, идите уже. Но без меня не начинайте. Сейчас понял. Буду. Так, ну так что? Вы о чем? Подожди, ты где витаешь-то? Ты нормально себя чувствуешь? Все нормально? Да. Простите, просто... Просто не выспался. Ну, давай, просыпайся быстрее. Ты же ко мне приехал не на воду любоваться. Хорошо, 5% к прежней цене и работаем как раньше. Слушай, выглядишь ты как-то... Как будто тебя кто-то веслом отходил, а? 15% к прежней цене и договорились. И то только из жалости к тебе. Вид у тебя пришибленный какой-то. Ну, если жалко, тогда 10%. Ну вот. Просыпаться начал. Значит, договорились. Так, подъехали. Работаем, работаем. Здравствуйте, телеканал «Криминальная хроника». Пожалуйста, скажите, что здесь произошло? Можете дать комментарий для нашего телеканала? Пожалуйста, прошу вас. Туда нельзя. Стой, стой, стой. И сразу полицию вызвали? Нет. Сначала Кирюха поблевал, а потом вызвали. Ладно, свободно. Здравия желаю. Ну что, опять у воды? Неужели наш старый друг проснулся? Очень похоже на то. Внешних следов полового насилия нет, но окончательно могу сказать, только после вскрытия. Предварительно асфиксия и множественные ножевые ранения. Может, совпадение? Нет, не думаю. Кольцо. Где ж ты был все это время, дружок? Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Пятая на 900 рублей готова. Дальше я вас слушаю. Здравствуйте еще раз. Надежда. Я бы хотел, наверное, чего-то перекусить. Чего именно? А что посоветуете? Там все написано. Кленовый пекан, улитка с изюмом, шоколадный галстук, сосиска в тесте.
Сосиску в тесте. Кофе? Американо. С молоком? Нет. Тяжело, наверное, вот так вот за прилавком целый день стоять. С вас 250 рублей. Карта наличная. Наличная. А ваши 500. Сдачу. 395. Угу. Простите, третья. Третья, 95-й, на 500 рублей. Спасибо. Кофе? Нет, спасибо. Вы забыли чек и сдачу. Что? Я говорю, что если не перестанете на меня так пялиться, я охранника позову. Подождите. Не нужно охранника. Я сама решу, нужно или нет. Простите, просто вы очень похожи на человека, которого я раньше любила. На мою бывшую жену. Ага. Тяжелый же этот господин Мелехов. Но вы все-таки договорились? Надеюсь, что да. Хорошо. Пойдем ужинать. Малыш, я так сегодня вымотался. Я сразу в постель. Личные жертвы уже установили? Так точно, Владимир Николаевич. Чернова Яна. 1993 года рождения. Безработная. В прошлом году окончил филфак нашего университета. Угу. Местная? Почти. Родилась в деревне Гавриловка. У меня там мать живет, пенсионерка. Сама Чернова жила в общежитии. Угу. Что еще? А все. Больше нет ничего. Сердце со вчерашнего дня долбит. Неужели, говорят, опять наш душитель проснулся? Олег. На теле убитой гематома того же характера, что на жертву душителя. Смерть наступила в результате асфиксии, также с переломом подъязычной кости. Уже после смерти также многочисленные ножевые ранения в область живота. И также след от обручального кольца. Ну и также жертву нашли возле воды. Понятно. Ну что, придется идти сдаваться начальству. И все-таки проверить все личные версии. Поговорить с матерью, выяснить, были ли друзья, любовники. Если вдруг выяснится, что это не душитель, всем премии в размере месячного оклада выбью. А теперь криминальные новости.
промышленном районе на берегу реки Ветла найдено тело выпускницы филфака 25-летней Яны Черновой. Уже после смерти ей нанесли множественные колотые раны. Все это повторяет почерк серии убийств, совершенных несколько лет назад. Скажите, это правда, что по почерку убийства вернулся маньяк-душитель? Послушайте, я не готов сейчас давать никакие комментарии. Не надо пугать людей. Как сообщил наш источник, полиция также проверяет и личные версии гибели Яны Черновой. Однако характерные повреждения на теле дают основания полагать, что версия с маньяком у силовиков будет в приоритете. Да? Смотришь телевизор? Угу. Ну, что ты думаешь? Ну, скорее всего, он уезжал из города, а теперь вернулся. Сомневаюсь. Если бы похожие убийства происходили в других местах, мы бы об этом узнали. Значит, он по какой-то причине убивает только в нашем городе? Может быть. Вопросов стало еще больше. Ты же интересовалась этим делом 4 года назад. Помнишь твой психологический портрет душителя? Ну и как ты считаешь, склонен он к переездам? Скорее всего, нет. В какой-то степени он консервативен. Хотя он мог уехать вынужденно. Ну и что же могло его вынудить? А, прости, пап, больше не могу говорить все. Продолжай набрасывать версии. Разминай мозги. Все, пока. Доброе утро. Прости меня за вчерашнее. А что вчера было? Спасибо. Просто долго ехал, голова разболелась. Говорит мать Черновой. Да ничего она не говорит. Она на грани нервного срыва, плачет все время. Она же одна осталась после смерти дочери. А в каких отношениях они были с матерью? Ну, я так понял, что в теплых. Чернова-младшая работала, помогала матери деньгами. Мать говорит, что она была замкнутая девушка, с людьми сходилась редко, друзей у нее не было. Она знает, где искать ее мужа? Да не было у нее мужа. В смысле не было? А кольцо? След от кольца. Есть. Кольцо есть, мужа нет. Но был у нее какой-то кент. Они даже обручились, но пожениться не успели. Черт. С парнем разберемся. Хотя, честно говоря, личная версия меня не убеждает. Да маньяк это, там гадалки не ходи. Ну или подражатель какой нашелся. Подражатель вряд ли. Почему? Жертва задушена очень, как сказать, профессионально, как все девушки до этого. Вообще характер повреждений очень точно воспроизводит прошлые случаи. Так что, если подражатель, то должен служить в полиции, иметь доступ к делу. Судмедэксперт. Угу. Но если серьезно, это дело рук одного человека, который знает, как убивать и наносить повреждения. Я же говорю, судмедэксперт. Не, на самом деле, судмедэксперт очень подходит. Ладно. Давайте подведем итоги. Что у нас есть? Есть у нас немного. Есть у нас маньяк, который душит девушек. После того, как задушил, наносит ножевые удары и снимает обручальные кольца. Он пропадал 4 года, теперь вернулся.
Давайте подумаем, а почему наш дружок брал такую долгую паузу? Да элементарно, он мог уезжать из города. Мог. Надо просмотреть сводки и понять, были ли в других городах подобные происшествия. Может быть, были, а наши коллеги просто не додумались связать их в серию. Но он мог сидеть в тюрьме. Мог он сесть по какой-нибудь другой статье? Изнасилование, кража, любая другая. Тоже верно. Значит, нужно поднять дела недавно освободившихся, которые просидели 3-4 года. Еще он мог быть в психушке. То же самое. Идем в местную психиатрическую больницу и поднимаем дела сложных пациентов, которые недавно выписались. Ну что, отрабатываем пока эти версии. Угу. Да. И еще. Послезавтра с вами будет работать другой следователь. Как это? Че это? Пенсия. А вас в конце недели ждет банкет. А сейчас сделайте лица попроще. Угу. Не хотел огорчать вас раньше времени. Или вы рады? А кто дело будет вести вместо вас? Понятия не имею. Вот придет какой-нибудь упырь, и как нам с ним работать? Руслан, ты что? Разучился обращаться с табельным оружием? Никак нет. Отвалился. А это уже серьезно. Мы такие крупные сети терять не можем. Останемся без быта. Уже на 15% поплыл объем. Как будем действовать? Что будем делать? Друзья, ну давайте постараемся вместе, да, подумать. А на сегодня это все вопросы, да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Марк, что с тобой происходит? Все нормально. Все нормально? Угу. Я вижу, что все нормально. Ты поэтому молчал все совещание? Знаешь что? Мне Вашкова сгонять надо. У нас там новый поставщик нарисовался. Ты вообще не слушал, да, о чем мы здесь говорим? У нас проблемы с продажами. Какой новый поставщик? Новый. Сегодня Болотов приезжает из Роспотребнадзора. Понимаешь, сам решил приехать, а не инспектора прислать. А мы с тобой даже не оговорили тактику. Ты же не прямо сейчас собираешься в Ашкову? Прямо сейчас. Ну что ж, ты постарайся его очаровать, я не знаю, там... Покажи ему все, расскажи, попытайся узнать, о чем он думает. Не по рангу. Болотова должен встречать ты. Ничего, ты справишься. Скажи, пожалуйста, что в бухгалтерии? Татьяна деньги обналичила? 500 тысяч? Да, зайди к ней. Отлично. Болотова должен встречать.
Я вас слушаю. Брать что-нибудь будете или сегодня так поглазеете? Буду. Очки. Очки? Угу. Может, лучше зонтик возьмете, а то вдруг дождь пойдет. Давайте зонтик. И очки. На потом. На потом? Ну, жаль, у нас ласты не продаются. Тоже бы пригодились, но потом. Ну как, не идут? Честно говоря, не очень. А мне кажется, ничего. Я знаю, где можно хорошие очки купить. Покажете? Там не дешево. Неважно. У вас телефон звонит, не ответите? Клиенты звонят. Ну что, покажете? У меня смена еще полчаса. Пошел ждать. Девушка, пятая колонка свободна? Девушка, пятая колонка свободна? Пятая? Да. Да. Ну как жили? Жили как? Эти. Староверы какие-то. В палатке. Почему как староверы? Ну, не знаю. Мне кажется, что я их именно так себе представляю. Палатка, борода и никакой цивилизации. Смелым жаль в шалаша. Слышал? Ну вот. Пока милый мой не помер. Он это, дрова заготавливал, дерево пилил, а оно того. Прости. Придавила его. Ну, в общем, я собралась и сюда уехала. В общем, теперь здесь живу и работаю. Да. Чё там? Настойчивые клиенты? Да, очень хотят наш продукт. Mm-hmm. Просто в очередь стоят. Mm-hmm. Арсений, привет. А ты не знаешь, где мой муж? Поехал в Ошково к какому-то новому поставщику. А ты будто недоволен. Ну, да я просто не понимаю. У него тут куча проблем, он все бросил на меня и уехал. Ну, если Марк так поступил, значит, это для чего-то нужно. Наверняка у него есть план. Ну, наверное, ты права. Ладно, спасибо, пока. Ваш чай, пожалуйста. Посчитайте нас, пожалуйста. Я на неделю заеду. Покажете мне город? Так а что показывать? Дыра дыру. Но ты все-таки приезжай. Что-нибудь придумай. Я заплачу. Это 2000 за эту селедку? Она шутит. Спасибо. Может, отключишь уже?
Где папа? Пап на работе. Уже ночь. Ну, ты же знаешь, что иногда у папы много работы. Но папа вечером всегда с нами. А сегодня не смог. Тогда давай банан. Запрыгивай. Пристегивайся. Молодец. Все, семейство, я побежал. Возвращайся сегодня пораньше. Правда, нет. Твоя работа, она очень важная, да. Но мы по тебе скучаем. Намек понял. Вечером у амбара. Пока. Пока. Требуйте еще, еще, еще. Так не может больше продолжаться. А ты что, хочешь жить спокойно и счастливо после всего, что ты сделал? Ты убил мою дочь. Помни об этом.